я веду диалог со взрослым парнем. Стоп себя поставить так, что мы с ним на равных. Он знает, что у мамы с папой что-то странное. Все нормально, но в этой ситуации он главный. Память крайне нереальная. И нифига такой парень неправильный. Он сам все понимает, почему мы от него ничего не скрывали. Никогда не старались держать от него это в тайне. Да нет, оставь это мне. Суббота, воскресенье, мы как на войне. Я вспоминаю, как отец мой относился ко мне. Его не было в моей жизни вообще. Oh shit, понять порядок вещей. Что делать дальше или что для меня важнее. Жизнь игра на прохождение, каждый уровень сложнее. Скачать на приложение, подвижение. Еще одна проблема, жизнь чудесна. Чем сложнее, тем интереснее. Направо, налево или прямо. Главное не стоять на месте, ладно, двигаться плавно. Еще одна проблема, жизнь чудесна. Чем сложнее, тем интереснее. Направо, налево или прямо. Главное не стоять на месте, ладно, двигаться плавно. Надоело меня слушать. А знаете что? Мне как-то похуй. Идите себе заметьте это лучше. Идите общайтесь с таким же, как и мы, лохом. Я выйду на дорогу, постою немного. Ударить ровно, рога, с летом не вольет. Какие испытания мне еще уготовлены?